Я всех приветствую. Чего бы начать? В общем, ребятам понравились подписки в группе ВКонтакте. Я вчера отписал, что мои некоторые скины со стриком золотых наклеек сильно переоценивают. Как вы понимаете, риски здесь были. Но они и есть. Какие? Да как обычно. Мы не могли заметить это, взять и пофиксить. А вы бы так и не успели завести скин. Ну, или же самое простое. Наклеить стикеры на скин, а мания, кажется, будет накидывать слишком мало. Конечно, потери можно будет свести к минимуму, уставляя скин с хорошей наценкой на ТП, ну или даже на самом CS Money, но осадочек так или иначе останется, сами понимаете. Да и баланс с некоторыми потерями тогда уйдет на некоторую заморозку до продажи вами скина. Так о чем это я? Ах да, ребята не сильно оказались подобно заинтересованы, и в целом я их понимаю почему. Поэтому я рассказываю об этом в данном видео. Скорее всего, Money достаточно быстро все это пофиксят, но если вы окажетесь все-таки первыми, кто увидел это видео, и сами имеете при себе некоторую голду, которую можно наклеить, например, стриком, на такой же разбавленный хороший скин, по крайней мере по оценке CS Money, да? Но наверняка успеете закинуть выгодно на сайт шмот. Если, конечно, сделаете все правильно. Не забывайте про то, что на наклейках и скине не должно быть трейдбан. Так работает система Steam. Но, как вы понимаете, никто вам никаких гарантий в этом не дает. Да я думаю, стоит подчеркнуть, что и по табличке зачастую можно закидывать вещи под похожий процент. Или даже лучше. Но там уже надо выискивать, вылавливать, делать кучу других манипуляций. Некоторые, наверное, удивятся, но на это способен не каждый трейдер. Сейчас я вам покажу парочку скинов, которые туда закидываются по хорошей цене. К сожалению, присутствует также много скинов, за которые майя дает не столь высокую оценку, о чем я вам вновь и вновь повторяю. То есть, если вы решитесь этим заняться, то риски крайне высоки, но азарт, сами понимаете. А на этом у меня все. Всем хорошего трейда и до скорых встреч.